Вековы юбилей сегодня означает комсомольская организация. Один из самых масштабных молодежных проектов нашего региона – узведение жилого комплекса «Сонечный». 30 годов тому у лесном массиве на ускраине Гомеля заклали первый камень. Инициаторами будовництва выступили работники радиозавода и двух конструкторских бюро – «Промень» и «Системного программования». Молодые люди на некоторый час вызволялись от основной працы и после прохождения специальной профессийной подрыхтовки будовали дома. З разліку – одна кватера для себе, другая – для занятой на вытворчасці іншой молодой сям'ї. Наогул, за 73 годы існавання организации был реализованы целый шерог проектов, которые покинули значный след у истории краины. Одно из главных мест сярод их займал Буда-Традовский рух. Помнишь такое выражение – коммунизм – это молодость мира, и его возводить молодым. В действительности, комсомол с самых первых дней – после того, как закончилась гражданская война, все время созидал. Это и Комсомольск на Амуре, и помните Павка Корчагина, ту узкоколейку, которую строили, вот, и заканчивая Байкало-Амурской магистралью. И хоть самого ВЛКСМ уже нема, его идеи живые. У комсомола и его правопераемника БРСМ по сутности одна головная задача – громадянско-патриотичное выхование молоди. И она застается актуальной на протягу 100 годов.